Чё, можете меня снова поздравить, ворон у меня убежал. Вон туда куда-то, короче, в лес. Причем побежал не в сторону дома. Паразит. Ох, ох, ох. Может тормознет. Сейчас выйду на поле, попробую. А так вообще даже не знаю, куда он ломанулся. И где его потом там искать. И не слышу. Перешел через лес сейчас. Козлы вот так вот, видел, бежали. Там какое-то темное пятно. Их вроде береза. Думал, от меня далеко, тут метров 400, думал, может, конь пробежал. По грязи следов тоже не видать. Вот засранец. Камера уже не видит толком. О, вот он, оказывается, где. Попробую подойти. Это порадовало. Может быть, в сторону деревни хотя бы своей завернет, а не в соседнюю. Так, ладно, отключаю, чтобы не спугнуть его разговорами. Ну все, наказывать тебя не буду, да, ворон? Хозяин же тебя не привязал. Не хочет хлеба, пить хочет. Порадовало, что лужа оказалась. Я на нем ехал бегом. Иначе бы неизвестно, где бы он тормознул. Стой, стой. Фу-ху-ху. Ну, с километр он максимум пробежал, я думаю. Он чуть дугой бежал. Я напрямую на поле вышел. Ой, порадовало, порадовало. Где бы сейчас мы его под ночь искали? И с кем вообще? Вот так вот тут. Что, у жеребца в голове, непонятно. Все вроде начиналось неплохо, да, ворон? Фух, ну все. Нашлись, поймались. Второй раз он у меня, третий, вернее, так уходит без меня. Привязываю, привязываю постоянно. Потом бывают такие промежутки, что он вообще даже с места не шелохнется. Ну, я думаю, все, наверное, постарел уже. Кровь у него не такая горячая, играет не так. Не хочется ему никуда бежать. И оставляю потом непривязанного. Только на 5 метров, наверное, отошел от него. И раз его уже и нету. Вот так вот. Зимой, ладно, зимой там бы я по следам мог найти. А вот сейчас вообще все сложно. Но все хорошо закончилось. Радует. Попила воды, да? Это идет, смотри. Ну, засранка. Ну, я, говорит, больше не буду. Да? А вы стоите, все смотрите. Вот ехал с вороном вот этой тропинкой. Он сейчас подъехали. Кабанами перекопано. Прям свежее. И судя по следышкам, и мелкие, и большие есть. Видимо, табунчик шел. Свежее. Может, буквально даже сегодня или вчера. В этом году я кабаном, наверное, не буду заниматься. А к следующему году, я думаю, запущу план кабан.
В этом году у нас лось и трофейный козел. В планах был внесен. А к следующему году, я думаю, мы займемся вот этим зверем. Подготовку-то, я думаю, начну в этом году, но целью будет следующее. Как-то вот так. Эх, козлик меня увидел. Думал, уже в лес спрятался. Время 13 часов. Еду в промежутке между работой. Вообще никого не видел. Вот первого кого увидел. 2 часа в дороге уже. Километров 13 преодолел. И вот он сейчас шел. Вправо. Вот оттуда я его увидел. Вернее, справа налево. Думал, уже в кусты зашел. Начал разворачиваться обратно. А он стоит. Пешал. Какой голос у него грубый. Туда сейчас за правый кустик скрылся. Вон туда куда-то сейчас. Дальние кусты. Задница смелькала. Сорока нас сопровождает. Еще орла видел. Здоровый. Вон тут вот подкопки кабани. Здесь. Орла видел. Они обычно у нас летят к морозам. Утку сопровождает северную, сколько я замечал. Есть у нас одно озеро в соседней деревне. Куда мы на охоту ездим. 2 там озера. Одно с чистиной большой. И там утка тормозит пролетная. Всегда перед тем, как она лететь, либо когда летит, прилетает 3-4 орла. Или больных сопровождает. Охотятся на них. О, признаки, когда-то тут жизнь была. А сейчас вот такой лес. Когда-то сеялось поле. И в общем, судя по наличию орла, дело движется уже к осени и к морозам. Да, ворон? Как-то вот так вот. Козлика жаль не разглядеть было. Толком, но 3 отростка, не 4. Но размером такой неплохой был. Пока шел боком, я его смотрел. Ладно, едем мы дальше. И вот откуда они знают, что я там ехал. Второй. Там третий. Да, ворон? Мы же спрятались все равно. Ну и да ладно. Вот еще летят, там было 4. Вот 2. Так, блин, плохо вижу. Отсвечивает. Вот 2. Там еще 2. Короче, тут 6 штук. Летят. На Дальний Восток куда-то. Ну, в ту сторону. В Москве митинги разогнали, наверное. Возвращаются. Сейчас меня пойдут, будут еще как дезертира какого-нибудь ловить. А может и меня и не видно. 4 километра в сторону они летят от меня. Да, ворон? Ну, пусть себе летят.
У нас первая поломка в этом году с вороном перешоркалась. Веревочка, да? Очень неловко, они рвутся, когда скачешь. Можно так резко-резко выпасть. У меня с собой веревка есть такая, как знал. И веревку, и ножик взял. Ворона подвяжу и будем чиниться. Ах, вот так вот тут бывает. Все рвется, все рвется. Если эксплуатировать, все рвется. Да? Ворон. Пользуясь случаем, пока у нас поломка, пришел на норы, где когда-то барсук жил. Ай, крапива, неприятно по лицу. Но эти норы не чищены в этом году. А в прошлом они были чищены. Отчего бугор здесь образован, не знаю. Может быть, деляна когда-то была, лес. Может, еще что-то столкано. Бугор большой. Нор здесь много, от норков все были брошены. И вот буквально, наверное, в прошлом году или позапрошлом стали появляться признаки барсука здесь. Местность болотистая вокруг. Ну как болотистая? Ага. Вот он. Вот пятак выбитый. Вот. Какие-то угли. Целая дорога. Вот эта высота. Вот этот морок. Опа! Нора так нора. Всем норам нора. Ох, блин, здоровая. Там вроде не подстилка. Ветки накиданы. Но вот это вычищено. И вытоптано прямо до гладкого. Пользовался он ей часто. Но что-то сейчас у меня мысль, что он ушел. То, что вот ветрами, видимо, крапива налетела. Чем-то пахнет таким порченным, невкусным. От норков много вообще. Тут целый город, наверное, барсуков. Вот какая-то нора. Тропы набиты. Может, выводки здесь были. Важно здесь однозначно. Попробую еще в центр бугра залезть. Главное не провалиться. А то если их много, за ноги буду держать. Хрен вылезешь потом от них. Так, ну ладно, что вам, чтоб ветки не снимать. Бугор метров 20 диаметром, наверное. Я думаю, около этого, высотой 1-2 метра. Сомневаюсь, что тут норы сильно глубоко. Ну, сверху нету. Вот он у меня ворон там, спрятавшись опять. Так, ладно. Ладно, это мы удачно заехали. Нора, скорее всего, приготовлена к залеганию. И сейчас он куда-то ушел жир нагуливать. Здесь не знаю, кого ему нагуливать. Каких-нибудь лягушек только ловить. И все. Местность вот какая тут. Был тут у меня случай.
упустили мы с Гретой. Только трава еще выше была. Но о нем как-нибудь тоже расскажу. Несколько дней назад. Вот так вот. Ну, все, подчинились. Поедем сейчас дальше. До дома нам хватит, да, Ворон, доехать? А может и еще сезон даже отъездить. Ну, как-то вот так вот. Что временно делается, то обычно у меня до тех пор, пока не сломается. Так что, может быть, я и буду ездить следующим. Каким-то фрагментом будет, что опять порвалось. Следующий год уже вот более-менее будет. Стоё, закатается у нас. Мне тогда хватило, почти 2 месяца я кормил. Вот конь у меня был, 3, наверное, или 4 козы. Да у меня, сука, уже тут нахуй ставят. Что будет, доедает. Ваня, они на нас ракету не бросят, нет? Алло. Привет. Нет. Да вот вертолеты летят, смотрю. Но. Кого сделать? Вина? Пойдет, а это сколько оно стоит, чтобы мне с собой взять? Ворон, блин, не толкайся. Ладно. А какое вино-то? В Елисеевском-то в каком? Где Юлька работала, да?